Источник загрязнения озера официально не установлен, об этом сообщили специалисты Росприроднадзора. Пробы отобраны на всех водных объектах и водохозяйственных системах предприятий, расположенных рядом с Умбозером. Эксперты проводят исследования, по результатам которого будет дано заключение о виновнике загрязнения. Угрозы для населения нет, ситуация находится на личном контроле губернатора Андрея Чибиса. Напомним, недавно на акватории водоема обнаружили пятно мутно-бирюзового цвета. По одной из версий, разлив неизвестной жидкости произошел из заброшенной шахты обанкротившегося Вовозерского обогатительного комбината.